пора спать. Один. О, голова болит. Где я? Похоже, я попал в 90-е. Цветы, продаются цветы. Свежие. Ну-ка, можно подойти посмотреть. Здравствуйте, по сколько у вас цветы? 2 рубля. А что так дешево? Ну, если такие богатые, можно 100 рублей. Ого, сколько много вышло. Ой, спасибо. О, какой-то жук. Здравствуйте. О, какой-то алкаш. Не подскажете, какой сейчас год? Найди на могу цветы дать. А что с ними делать? Можешь чай заварить. Надо, наверное, найти своего батю. Он ушел за хлебом. Здравствуйте. Не подскажете, не видели вы такого мужчину с какими-то усиками, как у француза? О! Вот. Ну здорово, батя. Ты кто такой, на? Я тебя не знаю, на. Я из будущего, понял? Ты чё, ку-ку, на? Ты кто такой? И в 2008 году у тебя родится сын, он будет вообще популярным блогером. Этим сыном буду я. Ну ничего, я тебя убедил, на. Ну ладно, на, я тебе верю. О, какой сейчас год? 2023. Сынок, ты что? Почему ты разговаривал во сне? Мне приснилось, что я попал в прошлое. И, кстати, ты что, в прошлом был гопником? Эх, придется поведать тебе эту историю. Всё. Дело было так.